Давай поиграем, Алоха, дорогие друзья, меня зовут Павел Слонов, когда понятно по описанию ролика, по названию канала, по всему остальному, но это, тем не менее, Vanquish. Мы продолжаем проходить его, и с момента прошлого выпуска прошло целых 15 минут, а не месяц, поэтому я прекрасно помню, что здесь было, и мы продолжаем, побежали куда-то. Так, деревья прошли. Че по пушкам? Че по пушкам? Враги приближаются сверху. Блин, это что, из Соника, ребята, что ли? Да может, они нормально. Слушай, каждую комнату какие-то новые ребята. Чисто! Блин, я пушки не успел взять. Эффектно выбежали. Вы сначала смотрите в дверь, а потом бегите туда. Так, совет. Ох, эти синие русские. А что хоть не черные русские? Они действительно расстелили ковровую дорожку. Должно быть для важных персон. Отправляйся к башне управления на другой стороне моста. Тебе легко говорить. Ну, сигаретку кинешь, не? Как бы... Край. Не понял, куда он полетел. Я очень рад, что вы ждете, пока я вас выстрелю. Энергия не резиновая. Так, на всякий случай. Че, гранатомета у меня нету. Ну и ладно, кстати, там ящики забыл. Не, ящики все соберу. Да что ж такое, блин. Опа. А вот это хорошо. А у нас патроны были потрачены. Обидно. Да что такое-то? Реально факин робота. Гриф. Окей. Какой-то парень, который любит брос. Ага, энергии нет. Смысла жизни тоже. Поэтому просто бежим. Так, меня вот так долго буду пилить. А есть что-то поэффективнее? Блин, гранат, что ли, кинул? Блин, ну опять началось. Слушай, от него. Ай, может. Ему что-то отпилить можно. Что-то он не очень хорошо распиливается. Так, я вижу. Блин, не надо, не надо. Я спрятался. Так, а что ему можно? А, это рука? Блин, не вижу, что это. Голова. Руку скинул. Он скинул руку. А, нет, он ее не скинул. Ладно. Ладно. Блин, какая она здоровая. Энергии нет. Ну, кстати, да просто ворот тоже работает. Так, что на него не отпиливается нифига? Блин, не хочу тратить на него остальное оружие. Оно раритетное. Блин, я вам уже пол хп спилил, так, к слову. А что у нас тут лежит? А, блин, не та кнопка, пожди. Не стреляй, там ракеты уже летят. Я чувствую тебя. Блин, ну на... Что? Ну, в нос ему стрелять. Типа там... Ой, я им что-то отстрелил. Ну, ты вряд ли пробьешь. Ну, это страшно было, да. Так, оно отпилится или, блин, нет. Ну, говорят, вроде как сзади надо заходить, но... А еще у него какая-то лампочка на грудаке. А, ну ты не можешь уничтожить. Это статичный объект, чувак. Вот я в пузяку тебе. Бам. Хорошо. Автомат. Бам. Лычка. Лычка есть. Все. Тихо, спокойно. Мы не паникуем. Ситуация под контролем. Ну, такой неприятный гад. Если у меня была бы пушка какая-нибудь... Помощнее, но я бы не жопился и не зажимал бы огнестрел. У меня был гранатометик, я думаю, его бы быстрее забрал. Вот это задник. Вот это задник. Блин, ну ладно, эта игра выходила на консоли, причем достаточно давно. А ее надо подбирать или... Не, по ней просто надо выстрелить, ладно. Так, ребят, погнали. Так, чуть не свалился, это нормально. Так, где Бёрнс на животаке? Отвори, пройти через ворота. Вода на опасном уровне, начинай аварийное открытие с шлюза. Подожди, ящик. А, фигня одна. Ладно, ладно, ладно. Блин, в космосе, кстати. А, ну ладно, что я рассказываю. Вода в космосе, да, бывает такое. Не, ну тут искусственная гравитация, поэтому нормально. Так, ну лети опять в меня обязательно, прямо мне в голову. Еще кто-то сверху. Это легко.
Бам. А Бёрнс где? О, Корги. Корги П. Горки, блин, и Корги. Так, у меня золотой автомат, не забываем. Так, а что такое спуск? О, автомат, это у нас вторая лычка. Еще, подожди. А, звезду уже собрали. Еще три автомата, и мы еще одну звезду соберем. Или там уже будет орел. Орел, уничтожьте вражеское сопротивление. Судя по... Вот этот парень явно хочет, чтобы ему отпилили одну ногу. Не надо. Все, я перегрелся. Ничего себе, ты чё? Мы черепашкой уходим с поля боя. Ух ты, это сколько здесь. О, здесь ядро Аргоса. Нога Аргоса. Бам, спрятались. Тут куча пушек. Слушай, я пока Аргос ты, то катсцена начнется, и я не смогу ничего собрать. Поэтому я плевать на людей, на происходящее. Вычный огнем, мощный 50. Круто. Илья, взломай. Меня глушат. Устраните робота. Ладно. Кекс. Хотел сказать, как скажешь, но мне прилетело в голову. Пулемет. Мне нужен желтый. Что ж такое? Хорэ мне в голову стрелять ракетами. Да ёпту. Ну, хорошо, я понял всю. Давай, мы тут обезьяночка. Да нет, спрячься. У него прямая наводка, надо ему бошку отпилить. Сейчас я... Блин, он даже через ногу стреляет. Чё, вообще, блин, попутал? Где у башка? Блин, у него тут ноги, блин, где башка? Не вижу бошку, ладно. Так, ладно, мы идем в атаку. Сейчас я как только... А, вот он опять решил, блин. А, ну это его ХП, блин. Ладно, судя по всему, игра на этом не закончится. Так, сейчас он, блин, перерастет Мегазорда. Бам. Было несложно. Так, не могу. Он пробил потолок, чтобы стать большим и страшным, правильно? Бёрнст. Ух ты. Распиливаем этот град. Это салют. В мою честь салют, ты посмотри. Я просто катаюсь слева-вправо, вроде как не выпадает. Все, он умер. Нет, не умер, блин, что ж так сложно. О, теперь он стал огромным, страшным. О, ладно. Так, давай, что тебе еще тут? Тебе явно не нужна нога. Прям чувствую, что она тебе не нужна. Все, отдыхай. Ну, пока. Я хочу разобраться с вот этими ребятами. Они явно не в курсе, на кого нарвались. Блин, я перегрелся кабанчиком. Блин, ну вы что-то издеваетесь. Тут так много ящиков и ни одного полезного. Бам. Так, автомат. А, автомат у меня уже хороший. Это что за дела? Прикольно. У меня опять перегрев. Так, это твое лицо. Это уже хорошо, что ты повернулся ко мне лицом. Что ты делаешь? Это страшная вещь. Вот это моего лицо. Лицо там ему выжгли. Ау. Блин, лицо. А, мне запачкал что-то. Не хочу я перед ним стоять. Энергия сейчас кончится. Вот это потолок обломать-то не надо. Так, ну все, короче, можно автомат. Блин, во что он превращается постоянно? Это какая-то жуткая реально машина смерти, которая хочет вытащить из меня кишки, из моего костюма. Я не попадаю, нет? По-моему, не попадаю. Ладно, минус рука, будем его расчленять. А у меня теперь автомат, который мне не жалко тратить, потому что он вкачан у меня на все стоп. Блин, да ломайся. Спасибо. Слушай, полностью рука отвалилась. То есть он ее уже не восстановит. И эту руку. Эта рука тебя тоже не... А, она не ломается, пока ему типа... Все, окей. Я подожду. Я даже могу перекурить. Это сигарета. Та ментоловая была. Да, это нормально. И чё? Ну, рука. Бам. Я тебе руку отстрелил, почему ты упал? Ты что, дурачок, что ли? А, так, надо гранатомет у меня собран, я не помню.
Он гранатомет у меня собранный. Да, гранатомет собран. Снайперка не собрана. О, снайперка. Не люблю снайперку, как бы, ну, в такой игре. В принципе, я как оружие люблю. Хотя можно пользоваться замедлением. Бам. Ладно. Долго он встал, конечно. Не, я его помучу, он как бы меня разозлил. Мне тут мешает нормально собраться. Так, гранатомет не нужен. Там ящик тоже не нужен. Знаете, как ребята потеют, стараются его разобрать. А что у него осталось? У него ноги остались? Ему ж ноги полностью можно отстрелить? Бам. Слушай, я долго буду делать. О, да, друг, сейчас, подожди, оп. Слушай, что у него за ноги-то полиуретановые, бля. Слушай, они вообще не распиливаются. Что за поворот? Я не понял, это что? Блин, беги. Слушай, они не глушатся вообще. Ладно, уже так допилим его. Ну, ноги у него что-то прям вообще на второй фазе прочные. Это что за... Ух ты. О, вы нашли, где встать, ребят. Молодцы. Пройти через отворенные ворота. Хорошо. Блин, мне бы уже лучше выкинуть, но, блин, без него я вообще как бы не очень. Правильно. Так, здесь что-то есть. Есть дробовик. Ну такой, хотя дробовик неплох против ребят, которые любят идти на ближние контакты. Да, надо и которые прям бегут и бьют синие, правильно. Так. Берн, кстати, со мной идет, я думаю, он там ждет меня. Кстати, гранаты тоже тратить. Блин, не хочется оружие тратить, потому что его надо вкачивать. Так, уничтожить вражеское сопротивление. Бам. Так, подожди. Подожди. Блин, нифига, что-то сигарета вообще не тащит. Ну, как бы не тащит. Ё-моё, тут шарика. Так, можно его взорвать вместе с турелью? А вот это вообще неинтересно. Блин, как они жгутся. Так, ладно, что у меня есть? У меня ничего нету. У меня, собственно... О, Бёрнс пришел, молодец. Я могу еще прикрутить. У меня сигареты кончились. Шарика 2. Это размер? Бам. Так, вот этот парень не умер. Почему? Все, теперь умер. Бам. Так, я могу вкачать вот это. Блин, 4 звезды. Максимальное количество боеприпасов увеличено. Чудесно. Так, я немножко вот так сделаю. Там, блин, эти Ивановы и Романовы идут. Ё-моё. Так. Вот это он не пилится. Может, он много отпилит, не? О, что-то он очень долго заряжается, и что-то он говорит, что, бро, тебе сейчас будет больно. А, гранатомет, что ты там зарядил? Маме своей заряди, как говорится, да, вот. Он дрона запустил. Ух, это же скорпионы, это же, блин, опять трансформеры. Блин, я уже забыл, что они превращаются. Так, отойди от меня, не трогай меня. Так, там, Бёрнс, отвлеки второго. А, он уже вот такая красавчик. Так, ладно. У вас небольшие шансы. Какой-то жесткий парень, потому что... О, он понял, кого стрелять. Так, подожди, у меня перекрест. Так, он выпускает друзей дронов, которые... Они за мной летят или нет? Нет, они стреляют. Они прям стреляют и говорят, что они хотят меня забрать. Куда ему стрелять вообще? А, у него, кстати, что-то на спине есть. Блин, ты чё творишь? Блин, слушай, прям вид конка. Блин, уворачивайся. Слушай, ну все, он понял, короче, что я тут батя. И он решил, да, и он решил меня забайтить. Блин. Кури, парень, тебе только сейчас курить. Я знаю, что у меня есть пулемет, но ему пулемет и снайперка вообще ничего не тащат. Вот это мне сейчас подфартило. Блин. Слушай, может я... Да, замедлен... Блин, энергия тратится очень сильно и очень... Слушай, мне надо... Блин, он кажется... Блин, он вскрывает через этот... Блин, все, укатываемся. Я его сейчас сжахнул с руки и просто принципиально. Он принципиально меня достал, поэтому... Я пафосно его добью с руки и... Все. Отворить и пройти через ворота.
Я дальше не добежал, начинаются что-то лаги, тормоза, не знаю зачем, не знаю почему. Ну ладно. В результате прошли, нормально, неплохо. Сейчас начинает уже немножко, ну не поднадоедает, но хочется сюжетного развития, пока эти арены, ну это японцы, ладно, что я говорю. В принципе, нет, да и, ну, драйв есть, конечно, это еще на легком игра, поднадоедает. Если бы на тяжелом сейчас с ним полчаса бы возился, это бы мне не прибавило много удовольствия, честно. Я знаю, что я играю на простейшем, но я говорю, сложности, и это не равно увлечение или удовольствие, ну удовольствие кому-то может и да, но интерес, вот, сложность не равно интерес, блин. Отсюда мы сможем попасть в промышленную зону. Какая обстановка в том районе? Неизвестно, сэр. Вражеские роботы занимают район, и мы не получаем никаких полезных разведданных. Тогда мы сами это выясним, когда доберемся туда. Ах, 4.53, обход. У меня просто вопрос. Мы штурмуем станцию. Вся планета штурмует одну станцию. Мы уже пол игры, блин, это делаем. Я думал, тут будут какие-то новые, ну, места, локации. Или мы только на одной этой станции. Я пропилил всех, включая своих ребят. Сейчас одного поднимем. Бля, помочь ему хотела, а не проехать. Ну ладно. О, с него винтовка выпала, смотри. Нормально. О, так, кто? Иди сюда, блин. Бам. О, Берсы как тащит. Дробовик, вот сейчас бы дробовик пригодился, конечно. Так, там пулемет. Сточили, Бёрнсу по спине хлестанули, так, для профилактики. Так, опять парни падают. Уже, ну, с них оружие нормально сыпется. Не знаю, ничего полезного. О, я помог. Night of the Shining Quartz, что-то рыца белого, что-то там. Мина. Вот полчаса мину расстреляли, серьезно? Ну, бывает. И что? Опа. Блин, такие забавные штуки. Он просто, кстати, курить он не может. Так, и что? Бам. Бам. Я уже, честно, теряю контроль над тем, где пушки какие лежат. Я там все собрал, нет? А, не знаю, уже все равно. Так, какие-то районы, кварталы страшные. Что? Куда мы идем? Так, лестница, окей. Вот это... Бля, офигенный прицел. Но я явно стоял левее Бёрнса. Я в результате запилил ему в спину. Блин, обожаю. Третье лицо все-таки, ну, я не знаю, вот я в GTA не могу играть от первого лица, хотя от первого там круто. Блин, ну от третьего вот такие косяки, блин. А еще возможность смотреть за углы, что меня бесит тоже. Чит, блин. Все, что советское сопротивление. Да тут, блин, в каждом квартале, в каждой канализации, блин, сопротивление. О, большой страшный Романов. Блин, у меня энергия кончилась. Так, снайперка. Бам, скорость стрельбы, круто. Пилите им ноги. Без ног они ничто. По-моему, не получилось. Ну, сейчас нас убьют. Кажется, сейчас нас вскроют. Что-то они не отпиливаются. Блин, как там... Ух ты, что-то... А что, так можно было? Так, блин, ну как бы... Нифига, он поворачивается. Блять, энергии нету, жизни нету. Я какую-то мысль потерял. Я просто настолько офигел, что потерял мысль. Во-первых, бам. Во-вторых, бам. В-третьих, бам. Блять, вот тут, блин. Тяжело. Хотя бы один раз выстрелить не смог. Блин, отпусти меня. Грусть, печаль моя. А почему ты здесь? Бам. Да, лучше дошел. Блин, кого я пилю? Не знаю, но вроде кого-то пилю. Вот у него энергия кончилась. А, мысль была к тому, что ачивка отпилить 4 конечности. Им одну отпиливаешь с трудом. Какие 4? Вы чё? Нет, ну, хотя, может, какого-то, может, и здоровяка надо. Вражеский танк! Хорошие новости, дыра пробитая тем танком увидит вас прямиком к следующим воротам колонии. Круто, а что-то танк... О, синенькие подъехали, мои любимые. В кавычках. Так. Так, мне надо до конца не остужаться танк. Зашибись. В натуре танк. В натуре танка. Я думал, нет. Так, ну вот что вы тут ходите, блин? Идите отсюда.
Кого-то эти мне напоминают. Ну, они все, все трансформеры мне напоминают, но эти кого-то особенно. Так, блин, я смотрю, луч реально, он летит. Он должен долететь, чтобы попасть и нанести урон. Так, объезжаем. Я помню, у него в жопе... Так, он повернулся ко мне другими работающими турелями, которых уже не осталось. Вообще, ему, по идее, еще и можно отпилить этот, как его... А, у него еще сзади пулеметы. Подожди. Бам, промахнулся. Так, распилили ему турели. Вообще, по идее, вон у него башня тоже на какой-то красной трубе стоит. То есть, ее тоже, по идее, можно отпилить. Вот это мне надо, да, и забрать, пока не исчезло. Хорошо. Что еще осталось? Так, дискомет. А второй что? Дробовик. То не надо. Все. Блин, зеленое бы улучшение найти, и мы сразу вкачали бы золотой пулемет. Было бы неплохо. Блин, ну я понимаю, что хожу только слаженная пушка. Ну, блин, она бесконечная. Что? И дамаг у нее неплохой. Автомат, ну такое. Автомат такое. Такое, понимаешь, такое. Не дамажит. Хотя уже как бы неплохо, в принципе, на полной прокачке. Премия за время, штраф за гибель. Нет. У меня премия за время, хотя не, я долго тут возился. Ну, тысяч неплохо. А что, кстати, время? 3 часа ровно катаем, почти ровно. Неплохо, неплохо. Поехали дальше. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Реберns. Так. Ладно. Сэр, впереди жарковато, нам нужно быть на чеку. Что значит жарковато? Враг превратил плазмовый комплекс в море огня, мы все можем встретиться с праотцами. Ясно. Есть ли способ избежать встречи с праотцами? Молиться. Слава богу, я атеист. Вперед. Ну, это такая фразочка, я ее иногда тоже использую, ну, такая, знаешь, уже запашко. Здесь нельзя пройти. Тебе придется срезать путь через комплекс плотины. Имеешь в виду постараться не зажариться? Есть идеи получше? Нет, твоя правда. АК-74 ведомый. Так, бесполезный хлам. Так, я уже вижу, ребят, почему стрельбы нет. Ну, кто стреляет откуда? А, понятно, целая толпа уперлась в одного чувака. Паника, 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 ты смотри, стреляют, стреляют. О, господи, враги, 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 господи, где он? Что это, Сэнни, что это? Блядь, команда, блин, деградотряд, ну просто деградотряд. Пойти через промышленный комплекс. Окей, мы это и делаем. Так, что? Мне тут минами кидаются, что ли? Ну, я просто с этим лучом палю своих, это по кайфу. Так, я, кстати, не хочу спускаться, я не идиот. Ой, поэтому я... как бы буду, если враги стреляют с высоты, я буду прыгать на арену перед ними, чтобы они нам спокойно стреляли в голову, мы по ним попасть не могли. Что так нос чешется? Мне что, сейчас тащат, что ли? Я вижу, что там, блин, там парню плохо. Ладно, мы бежим за парнем, мы своих не бросаем, даже если команда бросает своих, мы этого не делаем. Хрустальная гадюка. Кто, черт возьми, пригласил светильника? Прелестно, Сэм. Это опытный образец робота-убийцы. Хрустальная гадюка по классификации НАТО. Его светопреломляющая броня служит как камуфляж, как защита от проникающих и лучевых атак. А чем его убивать? Отличное оружие для... Оптическое оружие для него безвредно. Начинает звучать какая-то плохая видеоигра. Какая-то плохая видеоигра. Уничтожьте хрустальную гадюку. А чем не убить-то? Бам. О, блин. О, слушай, это урон ему нанесло. Так, проникающее оружие, так как? Кстати, он реально похож на Терминатора. Вот это еще. Ух ты. О, там можно было его законтрить. Ну, там можно было R нажать или... Опа, рассыпался парниша. Слушай, стекло-то мы его пробили. Стек... А, понятно, он собрался, окей. Это только цилиндр-то ему... А, там Е надо нажать. Все, я кнопку не увидел, блин, там...
3 секунды. О, слушай, парня распилило. Хоть, только хотя бы прошутить, проесть, пробить, а он тут творит какую-то дичь. Какую-то пробивающую все дичь. Ребята, подвиньтесь, я главный герой. О, новые прибежали, свежие. Так, так, так. Так, давай, иди сюда. Иди сюда, давай, давай, давай. Я теперь знаю, что нажимать. Бац! Вот теперь есть пробитие. Слушай, прикольно было, это было прикольно. Так, о, не собирайся, пожалуйста. Все, убит. Ну, стильно, стильно. Прям мне завет напомнил. Инженеры из чужого. Я много на кого похож, ладно. А, то есть мы убили его и взорвали полстанции. А что, сразу нельзя было, что ли? А это закроется, я надеюсь. А, ну вот, это же мусором и закроется, нет? Что случилось? Только что взорвался резервуар с плазмой. Погоди. Сэм, дело плохо. Во внешней обшивке колонии образовалась большая пробоина. Пробоина? Сэм, вы двое знаете, как это исправить. Наши инструкции гласят, что здесь есть укрытие. Подтверждаю, вы должны быть недалеко от внутренней перегородки. Ладно, браво, вперед. А, то есть теперь до конца игры у нас будет шторм? Ну, это неплохой способ сделать... погоду в космосе. Ладно. Модно, стильно, молодежно. А зачем? И чё? Я не могу понять, они куда-то пришли и что-то сделали. Что-то получили информацию, куда-то есть укрытие. Это укрытие, мы типа спаслись или что? Я не могу понять. Странно. Ну ладно, раз тут все закончилось, на этом пока и остановимся. Увидимся уже в следующем выпуске, надеюсь. Ну, ты помнишь все как всегда, плейлист внизу по ссылочке в описании. Ты найдешь все, посмотришь все остальное. То, что на экране появляется, как всегда, выполнять не вздумай. Не вздумай, никогда не выполняй. Но мы-то знаем. Играй в хорошие игры, увидимся. Скоро увидимся.